Олег Рассказов состоит в ресурсном центре «Луч» с самого его основания. Он помогает организовывать мероприятия и следит за младшими волонтерами. Но больше всего ему нравится участвовать в тренингах по личностному росту и выбору профессии. Серия тренингов «Я и моя профессия» была создана специально для ребят нашего волонтерского ресурсного центра, чтобы они нашли себя в будущем, нашли свою работу, которую они полюбят, и готовы посвятить ей, возможно, всю жизнь. На наши тренинги приходят юрист, сотрудники химспас, режиссеры, медики. На этот раз пообщаться с ребятами пришел клинический психолог химспаса. Тему для разговора выбрали не случайно. В следующем году у многих волонтеров выпускные экзамены, поэтому психолог рассказывал про стресс. Мы все живем в мире стресса. У всех он бывает. Не бывает людей, у которых не бывает стресса. Почему? Потому что я вам уже рассказал, что стресс – это всегда что-то такое психофизиологическое, все, что основано на каких-то биохимических процессах, проходящих в нашем организме. Ребята узнали, какие бывают виды стресса, как волнение действует на организм и что делать, чтобы успокоить человека в напряженной ситуации. Это не первая наша встреча с МБУ «Химспас». Ребята в четверг прочувствовали всю, как сказать, спасательную операцию, потому что приезжала целая команда, человек 8, которые показали и оборудование, с помощью которого они спасают людей, вытаскивают их из пожаров. Подобные встречи помогают определиться подросткам с выбором будущей профессии. Причем ребята сами решают, с представителем какой сферы они хотят провести встречу. Например, Олег с нетерпением ждет, когда к ним в волонтерский центр придет врач, которому сможет задать свои вопросы о работе медиков. Ведь с этой профессией он планирует связать свое будущее.